Рада вас приветствовать на нашем бизнес-завтраке. Сейчас уже соберусь. Плюсики есть, меня видно, слышно. Мы сегодня начнем наш день, я уверена, с очень позитивной энергией. Надеюсь, что вы уже все приготовили чашечку кофе или, может быть, бокал с wellness'ом. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы вам было чем встречать это бодрое утро. Напомните, пожалуйста, еще раз ваши структуры, что бизнес-завтрак уже начинается, и очень важно, чтобы подключилось как можно больше людей. Кому-то не видно? Скажите, пожалуйста, видно меня, слышно? Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики. Все ок, отлично. Для начала я представлюсь. Меня зовут Екатерина Плетухина, я джуниор АСМ Юго-Восточного региона. Итак, переходим к важной части, которая называется «Признание новых достижений по результатам каталога 18». Сейчас мы с вами посмотрим, какое же пополнение мы с вами имеем в менеджерском составе. Итак, я вам хочу сказать, что это очень крутое пополнение. Вы только посмотрите, сколько у нас новых менеджеров 9% с отрывом. Это очень крутое пополнение в менеджерском составе. Это фундамент для будущих директоров. Сейчас по факту вы видите будущих старших менеджеров, будущих директоров и, конечно же, высшее звание. Также хочу поздравить менеджеров 12%. Это партнеры, которые уже прошли ступеньку 9%. Я уверена, что в следующих каталогах мы с вами будем чествовать этих менеджеров с новым уровнем. Менеджеры 12%, поздравляем вас, потому что вы крутой фундамент для менеджерского состава Oriflame Украина. Менеджеры 15%. Вы только посмотрите на этих партнеров, которые уже за несколько шагов до звания старший менеджер и до звания директор. Прекрасное достижение, и это только начало. Также у нас есть новый менеджер 18%. Друзья, давайте поприветствуем наших всех новых менеджеров в чате огоньками, восклицательными знаками и сердечками. Ну а сейчас нужно быть еще более активными, потому что мы будем с вами поздравлять нового директора. По результату 18-го каталога у нас есть новый директор в структуре топ-лидера Анны Черны. Встречайте бурными аплодисментами Татьяна Кабак. Татьяна, примите мои поздравления от лица всей компании Oriflame. Друзья, у нас с вами будет прекрасная возможность познакомиться с Татьяной поближе, потому что мы пригласили ее спикером на наш бизнес-завтрак. Сегодня она поделится своим опытом, как системный рекрутинг приведет вас к новому званию. Итак, у нас есть прекрасная возможность не пропустить зимний сейл. Благодаря этому зимнему сейлу мы с вами сможем покрыть и активность, и рекрутирование, и продуктивность. Давайте начнем с новинок. Это банная линейка с бодрящими гелями для душа. Очень крутой формат, прекрасные ароматы с розовым грейпфрутом, океанским аккордом и с миндальным цветом. Поэтому обязательно предлагаем новинки с банной линейки нашим клиентам. Также в каталоге представлен набор банных полотенец 100% хлопок. Два мягких банных полотенца спокойного бежевого цвета подойдут к любому интерьеру и хорошо впитывают влагу. С помощью чего мы будем прокачивать активность? На этом слайде представлены суперхиты по суперцене. Коллекция Giordani Gold – это легенда, которая никогда не выйдет с моды. Серия «Королевский бархат» – это крутой подарок по уходу за лицом. Астаксантин – этот продукт необходим нашему организму, чтобы наш организм и организм наших клиентов был всегда в норме. Обязательно поддерживаем себя таким антиоксидантом.
Если разговор идет про модный макияж, то сейчас на самом деле такой период, что у девушки, которая любит наносить декоративную косметику, точно должно было уже что-то закончиться. И есть возможность пополнить свою косметичку крутыми средствами по классной цене. Также можно обновить свою коллекцию ароматов. У каждой девушки должно быть минимум 3 аромата на туалетном столике, потому что каждый аромат у нас, как мы знаем, под настроение. Классное предложение «Час по парах». В этом каталоге у нас идет скидка на любые 2 продукта бренда Optimals. Обязательно найдите своих потенциальных клиентов на эту линейку. Также крутое предложение на легендарные продукты, например, такие как средства для интимной гигиены. Этот продукт, который не сравнить ни с каким аптечным средством. Также очень классный крем по уходу за нашими ручками, шведский спа-салон. Он спасатель для наших рук. Ни для кого не секрет, что особенно в зимний период кожа рук пересыхает. Соответственно, они требуют более качественный уход. Ну и, конечно же, это отличная скидка по уходу за детской полостью рта. Детская зубная паста с клубничным вкусом и детская зубная щетка OptiFresh с мягкими щетинками для ухода за нежными деснами. А сейчас мы перейдем с вами к фокусам каталога номер 1. Это максимально легендарные продукты. Каждый из этих продуктов уникален, про который знают все. И для вас это крутая помощь, потому что когда вы на них фокусируетесь, эти продукты приносят вам крутые результаты. Эксклюзивно онлайн. Предложение недели, которое каждую неделю обновляется, новое предложение. Также в действующем каталоге у нас стартует аутлет онлайн, который будет действовать только в первом каталоге. Это скидки 25, 30, 55% на продукты, которыми можно максимально дополнить свои заказы. Обратите внимание, что с первого каталога стартуют наборы с системой Life Plus, которая контролирует вес, здоровье и молодость. Поэтому обязательно попробуйте этот комплекс и поделитесь своими отзывами. Также напоминаю, что открыта регистрация на региональный Wellness Quest. И обязательное условие участия для партнера, который подает заявку, это наличие оформленной подписки на Wellness Life Plus не позже, чем 19 февраля. Поэтому обязательно проследите этот момент и проинформируйте свою структуру. Друзья, вы знаете, что у нас стартовала акция активности под названием «Теплотурбота». Это инструмент, который будет поддерживать активность каждой структуры, каждого партнера бренда. Акция будет действовать на протяжении первого и второго каталогов. В рамках действующей акции можно получить очень крутой и стильный термос по льготной цене за 99 гривен. Термос действительно очень крутой. Стильный матовый корпус с яркими деталями. Вы можете видеть градацию времени на слайде. Например, через 24 часа температура жидкости в термосе будет 40 градусов по Цельсию. Этот продукт необходим, я считаю, каждой семье. И его можно получить благодаря своей активности в первом и во втором каталоге. Что для этого необходимо сделать? Суммарный заказ от 50 бонус-баллов в первом каталоге, суммарный заказ от 50 бонус-баллов во втором каталоге, и в этом же заказе во втором каталоге будет возможность оформить термос за 99 гривен. Поэтому берем участие в данной акции. Это прекрасная возможность позвонить неактивным партнерам. В действующем каталоге у нас продолжается рекрутинговая кампания под названием «Твоя сумка мамми». А работаем по той же простой механике. Пригласи друзей, помоги сделать заказ, собери бонус-баллы с их заказов и получи подарок. У вас сейчас есть возможность получить уже третью трендовую сумку коллекции «Альпина». Необходимо просто регулярно рекрутировать. Минимум 2 бизнес-партнеров или VIP-клиентов,
суммарно собрать с их заказов 200 бонус-баллов, иметь личных 100 бонус-баллов и получить классную стильную сумку через плечо. А если вы активны во всех трех каталогах и собираете коллекцию из трех сумок Alpina, если вы сделали 8 рекрутов и суммарно 800 баллов, вы сможете получить такой крутой чемодан. Ну и, как я обещала ранее, хочу пригласить на нашу виртуальную сцену нового директора по программе Double Speed. Она влюблена в возможности компании. Залог ее успеха – это системный подход к работе и особенно в рекрутинге. Ну и, конечно же, это сильная, активная команда, которая помогает и мотивирует для достижения любых целей. Итак, встречайте бурными аплодисментами. Новый директор по программе Double Speed – Татьяна Кабак. Доброе утро, Катя. Благодарю за поздравления. Благодарю за прокачку активности и программ, которые действуют в текущем каталоге. Сегодня буду рада поделиться своей историей роста. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно, как меня видно. Так, все отлично. В первую очередь хочу поблагодарить Юлечку Романову за приглашение быть гостем на бизнес-завтраке. Для меня это очень волнительный момент, потому что это мой первый опыт, мой первый эфир. Начну с представления. Давайте познакомимся ближе. Так. Сегодня мы с вами поговорим о том, как системный рекрутинг приведет тебя к новому званию. Мне 32 года, я на данном этапе директор компании Reflame. В прошлом 18-м каталоге я закрыла новое звание по программе Double Speed, и уже в текущем каталоге я занимаюсь подготовкой документов для оформления ФОПа, для того, чтобы получить уже первую часть премии от компании. Мой путь начался в 16-м каталоге 2016 года, это было незадолго до Нового года. Я пришла в проект «Мама в декрете». После рождения ребенка многое в жизни меняется. Ты уже не согласен работать по графику 5 через 2, видеть семью, ребенка только по вечерам, только на выходные, приходить с работы уставшей, когда у тебя много дел, и ты еще хочешь уделить время самым родным, самым близким. И именно тогда я приняла решение, что хочу работать онлайн для того, чтобы получать хоть какой-то дополнительный доход, так как на то время работал только муж. И однажды вечером ВКонтакте под объявлением о том, что требуется мама в декрете для работы на дому, достаточно для работы только доступа в интернет, и это без вложений, я поставила плюсик. Тогда мне информацию предоставил мой наставник Оля Потопник. Я сразу же согласилась, но регистрацию прошла не сразу, после трех дожималок. Каждый раз, когда доходило дело до регистрации, у меня появлялись какие-то еще дополнительные дела, и уже после третьей дожималки мне уже стало неудобно перед Олей, потому что я решила попробовать, я дала согласие, но анкету так и не заполнила. И дело не в паспортных данных, я сразу же ввела паспортные данные, у меня не было никаких сомнений по поводу того, что все честно, законно. Компанию я знала до этого, я была знакома с продуктом со студенческих лет, и у меня не возникало абсолютно никаких стереотипов. Это Reflame, нет, только не Reflame. То есть я решила работать онлайн, и именно возможность работы онлайн меня и привлекла. После регистрации я сразу же прошла обучение. Прошла активацию, мужу о том, что я решила работать онлайн, я ничего не говорила. Я решила, что сначала попробую сама, посмотрю, что у меня получится, а уже потом расскажу ему. После активации я стала изучать рекрутинг, так как до прихода в проект я понятия не имела, что такое рекрутинг. Но по примеру своего вышестоящего директора я понимала, что у нас бизнес больших чисел, поэтому и действий должно быть очень много. Тогда, на тот момент, наша команда работала ВКонтакте, и я сразу же со старта создала 10 рабочих страниц. И пока они проходили проверку модераторов, я уже начала активно рекрутировать со своей личной страницы ВКонтакте.
И уже в первый день у меня было 3 личные регистрации, и для меня была странная реакция спонсора, удивление, что у меня сразу же в первый день 3 регистрации, потому что я знала компанию Oriflame, но о тех возможностях, которые предлагает компания Oriflame, я узнала уже, став частью команды. И для меня было, ну, я была полностью уверена в том, что люди в здравом уме от таких возможностей не отказываются. И если мне надо пригласить 5 активных партнеров, я их уже завтра же найду, этих активных партнеров. Я занимала топовые позиции в рекрутинге, я обожала рекрутинг с первых дней, я выработала привычку рекрутировать ежедневно, и для меня это стало действительно частью жизни. То есть есть привычка проснуться утром и пойти почистить зубы, есть точно такая же привычка проснуться и обязательно найти время на активный ежедневный рекрутинг. На уровне 15% мой вышестоящий директор Наташа Литвиненко, та путеводная звезда, которая после ухода моего наставника сыграла такую главную роль. Она действительно открыла мне мир Oriflame, и это был тот пример лидера, на которого хочется равняться во всем. Пример лидера в организации ЛТО, пример лидера в работе с командой, пример лидера в рекрутинге. Она была лидером во всем, и именно таким спонсором я стремилась стать. И Наташа меня, как лучшего рекрутера, нового менеджера 15%, пригласила с собой на банкет директоров в Одессе. И это был мой первый банкет директоров. Тогда я, менеджер 15%, попала в настоящую сказку. Одно дело, когда ты видишь топ-лидера, президента нашей компании, основателя нашего проекта «Экспресс-карьера» Анну Черна на вебинарах, в чатах, видишь наших топ-лидеров, Наташу Желонину, Нину Копыл, видишь Ирину Еременко на вебинарах, в чатах. И совсем другое дело, когда ты всех их видишь вживую. Я испытала непередаваемые эмоции. Уже прошло прилично времени после этого банкета на вокзале в Одессе, но я до сих пор помню все до мельчайших подробностей. Чествование лидеров, вручение чеков премий, то, как компания готовит это все, какие масштабы, как все продумано до мельчайших деталей. Вот такие вот воспоминания, они остаются действительно в памяти навсегда. Так. Несмотря на то, что все мы работаем онлайн, большинство работает онлайн, у нас в компании часто проводятся форумы по разным городам. И это действительно такие мероприятия, на которых 100% важно быть, потому что ничто не заменит живых встреч. Там тебя чествуют с новыми менеджерскими званиями, с новым уровнем директора. И да, пандемия внесла свои коррективы, но до пандемии я была 3 раза на... Друзья, напишите, пожалуйста, поменялся слайд у вас? Да, отлично. До пандемии я посещала вот такие вот форумы, и это непередаваемый заряд и эмоций, и энергии, и вдохновения. Ты заряжаешься от лидеров, которые делятся своими историями, делятся своим успехом, делятся своим опытом, и ты действительно набираешься сил, видишь вот такой вот живой пример, после которого хочется делать новые результаты. Тогда был переломный момент, когда ушел мой вышестоящий директор Наташа, она по своим личным семейным обстоятельствам переехала в другую страну и перестала работать, но продолжала нас поддерживать. И тогда огромную поддержку нам оказал наш вышестоящий лидер, это старший золотой директор Катя Гуськова. Катя из России, у нас есть разница во времени, но Катя сделала все возможное для того, чтобы помочь и поддержать нас как растущих лидеров. Я от всей души хочу поблагодарить Катю за созвоны, за инструкции, за рекомендации, за ее советы, за ее такой сильный, мощный личный пример и личный опыт. И Катя по сей день продолжает нас поддерживать и радоваться нашим результатам. Тогда, на тот момент, мы работали уже в Инстаграм и в Фейсбуке. Рост шел и шел медленно, и после ухода директора обычно команда распадается, так как уходит лидер. Но я уже на тот момент приняла решение развиваться здесь. Я поняла, что я люблю то, чем я занимаюсь. Я на своем месте, и кто-то говорит, Oriflame — это не мое, а я говорю, что это Oriflame — это прям мое-мое, потому что я люблю то, чем я занимаюсь. И тогда, на тот момент, у меня был всего один ключик. Это моя Настя, это старший менеджер мой,
Тогда она осталась вместе со мной, она пришла ко мне, пошла вместе со мной по нашей лестнице успеха. И знаете, как бывают такие моменты, когда опускаются руки, когда есть какие-то сложности, когда ты выгораешь, но у тебя всегда есть минимум один ключевой партнер, вот тот твой надежный ключик, который пришел на тебя, который идет вместе с тобой, и ты просто не имеешь права его подвести. Тогда мы начали заново собирать команду, возвращать себе уровни, и тогда было принято решение попробовать еще дополнительно таргетинг. Мы самоучки, Настя во всем разобралась, и постепенно мы запустили таргетинг. Именно в тот момент к нам присоединилось еще два моих ключика, это Алла и Леся. Именно вчетвером мы запустили таргетинг. Это уже мои менеджеры 12% и 18%. Совсем скоро это уже мои будущие директора. Я каждый день благодарю их за то, что они тогда пришли, остались и идут вместе со мной. Мы запустили таргетинг. И тогда действительно пошел крутой рост. Теперь подробнее о методах рекрутинга, которыми работает на данном этапе моя команда. Мы используем три метода. Это метод рекомендаций, это соцсети, в основном это Facebook. Ну, для меня любимая соцсеть – это Facebook, потом Instagram и есть еще контакт. И третий вид рекрутинга – это таргетинг. У нас очень много партнеров в нашей команде совмещается с основной работой, поэтому таргетинг – это именно тот метод, когда есть большой поток входящий, есть большое количество регистраций, и этот метод менее затратный по времени, особенно для тех, кто совмещает, например, так же, как и я, совмещая с основной работой. Таргетинг очень помогает в рекрутинге, но я всегда всем партнерам рекомендую совмещать сразу несколько методов. Теперь подробнее о том, как стартуют в рекрутинге наши новые партнеры. После того, как партнер зарегистрировался, прошел активацию, он добавляется в закрытый чат по рекрутингу. И первый метод, которым мы работаем, это метод рекомендаций. Я знаю, что этого метода многие боятся, стесняются, отказываются от этого метода, так как боятся непонимания, насмешек со стороны знакомых, со стороны родных. Но я сразу нацеливаю партнера на то, что у нас нет цели зарегистрировать всех твоих знакомых. Единственная наша цель – это дать твоим знакомым знать, что ты принял решение развиваться здесь. И у каждого свое время. Все не будут здесь, но те, кто созреет позже и примет решение попробовать, они обязательно позже придут в твою команду. После того, как мы проработали метод рекомендаций, наш партнер знакомится с методами, которыми работает наша команда, это соцсети, это таргетинг, и уже принимает решение, каким методом в дальнейшем он хочет попробовать рекрутировать. Сразу же обращаю внимание партнера на то, что 2 недели мы не делаем абсолютно никаких выводов. 2 недели мы просто ежедневно работаем и всегда на связи со спонсором, чтобы я могла видеть, что конкретно он пишет кандидатам, что ему отвечают кандидаты. И в закрытом чате по рекрутингу у нас помощь наших ключевых партнеров 24/7. Все они всегда готовы помочь начинающим, стартующим партнерам в рекрутинге. Там всегда есть ответы на возражения, там всегда есть помощь с дожималками, там всегда подскажут, ответят, помогут с вопросом, если новичок на старте еще не знает, что конкретно ответить кандидату. И как можно запустить дубликацию в команде, только активно рекрутируя самостоятельно. Если я знаю, что я в чате делюсь своими скринами собеседований, то мои партнеры смотрят на меня и делают то же самое. Если я в чате ежедневно проговариваю о том, что у нас есть система, и мы ежедневно работаем дожималками, я показываю свой личный пример, я не просто говорю об этом, я скидываю скрины и показываю, как я работаю дожималками. И мои партнеры делают то же самое. Если я сталкиваюсь с возражениями, я обязательно скриню эти возражения и отправляю в чат по рекрутингу для того, чтобы мои новые партнеры набирались опыта и видели, как именно отвечаю на возражения я, так как есть частые возражения, с которыми сталкивается каждый рекрутер. Так, мои методы ежедневного рекрутинга. Первое – это таргетинг, второе – это Facebook, третье – это Instagram и контакт. То есть я совмещаю как таргетинг, так и соцсети, потому что
Я привыкла работать по холодному кругу, и несмотря на то, что я, придя в проект, в первую очередь отработала метод рекомендаций и всем своим знакомым сообщила о том, что я развиваюсь здесь, и предложила, если человек заинтересован в дополнительном доходе, присоединиться ко мне в команду. Тогда ко мне в команду не присоединился ни один человек. После этого, уже развивая личный бренд, ко мне пришло две знакомые девчонки, но они остались просто потребителями. И всегда помните о том, что ваши знакомые за вами наблюдают. Самое важное. Новый партнер при создании рабочих страниц. Я сразу делаю акцент новому партнеру на то, что страницы мы оформляем под личный бренд. У нас бизнес людей, бизнес отношений, и очень важно при собеседовании с кандидатом, чтобы кандидат видел, кто ведет собеседование. Он видел вас, он видел вашу семью, он видел ваши отношения к бизнесу. Никаких собачек, кошечек, перерепостов, репостов у меня на странице такого нет. И я своим примером показываю, что личный бренд дает результаты. Да, пусть на начальных этапах личный бренд результаты не дает, но это тот самый накопительный эффект, когда будут идти пассивные регистрации, особенно с теплого круга, который пристально за вами наблюдает. Примеры первых СМС, которыми работаю лично я думаю, что большинство рекрутеров знакомы с данными шаблонами, там они иногда меняются, и на предыдущем скрине я показывала, что я работаю ВКонтакте, работаю первым сообщением и повторным касанием. Что это значит? Вот посередине есть скрин моего первого СМС. Совсем недавно я восстановила свою страницу ВКонтакте, и там есть собеседование, которое я вела в 2018-2019 году с кандидатами, которым я предоставляла информацию, но на том этапе либо не дошло до ссылки на регистрацию, либо кого-то смутили паспортные данные и так далее. И вот сейчас им я делаю повторное касание, и то же самое я делаю на своих страницах в Фейсбуке. Там есть переписки за 18-й, за 19-й и даже за 20-й год, и там я делаю повторное касание с теми, кто тогда на тот момент не принял решение здесь развиваться, потому что наш мир стремительно меняется, и то, что для человека было неактуальным полгода назад, может быть актуальным сейчас. Меняются приоритеты, меняется жизненный статус. Например, вчера ваша подруга работала на основной работе до 8 вечера, а сегодня она уже мама в декрете в поисках дополнительного дохода. Поэтому очень важно работать повторным касанием и помнить о том, что у каждого свое время. У нас есть масса примеров топ-лидеров, которые пришли в третий и даже в четвертый раз. Но вот такой вот ошеломляющий результат именно с приходом в третий и в четвертый раз. Так, сразу акцентирую внимание новых партнеров на том, что отказы есть, отказы были и отказы будут. Мне отказывали на этапе новичка, мне отказывали на этапе менеджера, мне отказывали на этапе директора. И я знаю, что болезненнее всего отказы воспринимаются именно на уровне новичка. Я тогда, будучи новичком, действительно не понимала, как люди могут отказаться от таких возможностей. От таких возможностей невозможно отказываться, но были отказы, и люди отказывают не потому, что с вами что-то не так. Люди отказывают, потому что так у них сложились обстоятельства. У них сейчас нет возможности изучить систему работы изнутри. У них есть стереотипы, у них есть свои какие-то жизненные приоритеты или основная работа. Человек просто вот не готов на данный момент стать партнером вашей команды. Но нет, не значит никогда. И вам не будет каждый ваш кандидат говорить «да». Постепенно, с приобретением опыта, вы улучшите качество своих собеседований, и согласий будет гораздо больше. Будут ошибки, и это абсолютно нормально. Я всегда всем своим партнерам акцентирую внимание на том, что ошибки допускать нормально. Мы все допускаем ошибки. И когда ты новичок, можно бояться и не делать ничего, чтобы не допускать ошибки. А можно набивать шишки, допускать ошибки и собирать вот тот самый ценный опыт, который впоследствии поможет вам расти еще быстрее, потому что из ошибок мы делаем определенные выводы. И даже те, кто сегодня ответил «нет», через некоторое время присоединятся к вам, и акцентируя внимание на
то, что я делаю повторное касание ВКонтакте, я могу сделать вывод, что то, что людям было не актуально в 2019 году, сейчас очень актуально, и у меня идут регистрации из ВКонтакта после повторного касания. Рост нашей команды очень сильно пошел в конце 2020 года, в начале 2021 года, когда мы запустили таргетинг. К нам пришли очень сильные амбициозные партнеры, партнеры, которые за год выросли до менеджеров 15%, до менеджеров 18%. Они сегодня здесь со мной на эфире. Я безумно горжусь своей командой. Я знаю, что это очень крутые лидеры. И, безусловно, пандемия внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Я знаю, что очень многие закрыли свой малый бизнес. Кто-то остался без работы, кто-то вынужден был пойти в отпуск за свой счет. Кто-то заболел и так далее. И то, что до пандемии казалось таким стабильным, таким надежным, основная работа, которая приносит ежемесячный доход, все это вмиг рухнуло, и огромное количество людей задумывалось о том, что будущее действительно за онлайн. И тогда, запустив таргетинг, мы убедились, как много кандидатов на том этапе интересуются работой онлайн, и именно вот такие вот осознанные партнеры, такие сильные лидеры, новички, которые стартуют прямо с самого первого дня, новички, которые задают массу вопросов, я помню себя. Я ежедневно по нескольку раз шла к спонсору со списком вопросов. Я была именно тем новичком, который достает спонсора. И действительно, кто спонсора достает, тот растет. Поэтому всегда задавайте вопросы. Даже если вы задали вопрос, вам ответили, но вам непонятно, есть смысл спросить еще раз, так как потом впоследствии этот же вопрос будут задавать вам ваши новички. И в первую очередь важно разобраться вам, так как вы наставник, вы спонсор. За 2020-2021 год действительно пришли очень сильные новички, и я часто вспоминаю фразу Владимира Полежаева о том, что сильных надо заслужить. И вспоминая путь, все те трудности, все те взлеты, падения, и действительно не стыдно не упасть, стыдно не подняться. И когда ты поднимаешься, ты заслуживаешь того, чтобы расти дальше. Ты в первую очередь гордишься сам собой, ты ведешь за собой лидеров, ты берешь ответственность за свою команду, на самого себя в первую очередь. Так, правила успешного рекрутинга, которые применяем мы в нашей команде. Системность, я всегда это повторяю, что не будет результата, если нет системности. Нельзя поработать сегодня, завтра сделать себе выходной, послезавтра поработать, отправить 10 первых смс, потом неделю уехать в отпуск, потом опять включиться в рекрутинг. Я очень люблю в этом плане фразу нашей Анны Черна о том, что если вот так вот рекрутировать с перерывами, это то же самое, что пытаться закипятить чайник, постоянно его выключая. Если вы настроены на результат, нацелены на достижение результата, вы найдете время на рекрутинг, потому что у людей, у которых есть результат, у них столько же времени в сутках, сколько и у вас. Каждому новичку я повторяю, что на рекрутинг необходимо выделять время. Встроить в его жизнь так, чтобы он стал частью вашей жизни. Привычка, ежедневная привычка, которую ты вырабатываешь в течение 21 дня. На рекрутинг я выделяю от 3 часов в день ежедневно, несмотря на то, что я совмещаю с основной работой. И на основной работе у меня больше работа на телефоне, но несмотря на это, я все свободное время, я утром, я вечером, я всегда в рекрутинге, я всегда на связи с партнерами, я всегда готова помочь, ответить, потому что для меня это важно. Факторы, на которые мы можем влиять, это количество и качество. Если для вас недостаточное количество регистраций, есть смысл увеличить количество рабочих страниц, так как именно количество дает качество. У нас бизнес больших чисел, бизнес больших денег, и именно через количество приходит качество. Именно благодаря большому потоку регистраций вы впоследствии сможете выявить тех своих ключевых партнеров, которые в будущем станут вашими директорами, вашими золотыми директорами, вашими топ-лидерами. Так, дисциплина. Очень важна в рекрутинге дисциплина. Если я сажусь рекрутировать, и я знаю, что сейчас час я буду рекрутировать, я не трачу время на чаты, я не отвлекаюсь на чаты, на вебинары и так далее. То есть если я сейчас рекрутирую, я сейчас занята непосредственно рекрутингом. Личный девиз мой здесь в компании – это быть примером во всем для своей команды. В первую очередь стать наставником самому себе и честно ответить себе на вопрос. Ты сам мечтаешь о таком партнере, каким являешься ты?
ты являешься тем примером, когда приходят новички, и они, глядя на тебя, будут тебя дублицировать. Именно такой ты пример лидера или нет? И если ваш ответ нет, то есть смысл поработать над тем, чтобы самому стать тем партнером, о котором ты мечтаешь. И я на 100% уверена, что после этого к вам придут ваши ключевые партнеры, ваши бриллианты, потому что они дождутся именно вас. И у нас в команде есть примеры моих ключевых партнеров, которых приглашали раз 5 до того, как пригласила я, но у каждого свое время. И и ваши бриллианты придут именно к вам в команду, это 100%. Мы ежедневно делаем выбор между «хочу» и между «важно». Например, вы хотите похудеть к лету, но для вас важно сейчас съесть этот тортик, который лежит в холодильнике. Из этого мы делаем вывод, что хотите вы похудеть, но хотите недостаточно, и вы выбираете то, что для вас на самом деле сейчас важно. Если я хочу открыть новое звание, то я знаю, что мне для этого надо рекрутировать. Но для меня сейчас важно посмотреть новую серию сериала, которая вышла по телевизору. Я же так долго ждала выхода новой серии, поэтому, скорее всего, я сяду и посмотрю новую серию. Если вы делаете выбор в сторону «важно», то ваши «хочу» могут так и остаться просто вашими «хочу». Ежедневно я, приступая к рекрутингу, приступая к включению, приступая к нашей работе в компании, я всегда задаю себе вопрос, важно это для меня или нет, приведет это меня к желаемому результату или нет. И если я понимаю, что новая серия не приведет меня к желаемому результату, то я делаю выбор в пользу рекрутинга, я делаю выбор в пользу вебинара наших топ-лидеров и им за это отдельная огромная благодарность, за возможность расти, за возможность набираться опыта у таких крутых лидеров, которые ежекаталожно выступают как на бизнес-завтраках, так и в чатах Go for VIP. Еще один очень важный момент. В нулевой день каталога мы обязательно просчитываем планы на каталог. Это наши минимальные бизнес-показатели 15 на 70. Это минимальные показатели развития здорового бизнеса. И честно признаюсь, на начальных этапах, когда я была новичком, когда я была менеджером, я не до конца понимала того, насколько важны эти бизнес-показатели. Сейчас с нашими партнерами в закрытом чате по рекрутингу мы в нулевой день каталога обязательно просчитываем планы 15 на 70, так как можно достичь желаемого результата, если у тебя элементарно нет плана, ты не знаешь, к чему стремиться. Твои «хочу» так и остаются просто твоими «хочу». И 2022 год для меня начался с закрытия нового звания, с премии и с возможности вступить в новую Double Speed. Компания 2022 год продумала очень круто. Он действительно станет годом прорыва, годом стремительного роста, годом взрыва просто новых званий в нашей Oriflame Украина. И нас в этом году ждет 100% премии за каждый новое звание до уровня бриллиантового директора. Я думаю, что такие возможности 100% стоят того, чтобы включиться уже сегодня, не ждать завтра, не ждать понедельника, не ждать нового каталога. Просто сегодня принять решение. Если ты принял решение сделать результат, несмотря ни на что, ты его в любом случае сделаешь. Так как мой старт был в конце 2016 года, возможно, кто-то скажет, что этот путь был очень долгим. Но это был мой путь. Путь, который я прошла, путь, в котором были ошибки, был опыт, были пробы, что-то не получалось, были взлеты, были падения, но я люблю этот путь, я люблю то, что я делаю, я люблю то, чем я занимаюсь, и компания всячески поддерживает нас как растущих лидеров. У нас есть возможность быть на золотой конференции в 2022 году, где компания отметит свое 55-летие, юбилей компании. И эта золотая конференция пройдет в Дубае. Сейчас идет активная квалификация. Также сейчас действует юбилейный лидерский клуб, где можно дополнительно к вашему доходу заработать премии и бонусы. И, конечно же, наши основные премии. Я вот по своему примеру в прошлом каталоге закрыла звание директора по программе Double Speed. Уже в этом каталоге меня ждет премия $500. И при подтверждении 8 каталогов подряд звания директора я получаю еще 100% премий. Вокруг пандемия, сокращение, а компания
все стремительнее набирает обороты, задает нам новый темп роста, показывает нам, что будущее действительно за Oriflame, и если вы действительно горите, к вам будут приходить партнеры, которые будут гореть точно так же сильно, как и вы. Важно быть преданным себе в первую очередь. Если ты принял решение, если у тебя есть та цель, ради которой ты просыпаешься утром, о мыслях, с которой ты засыпаешь ночью, она будет тебя драйвить, зажигать изнутри и толкать на новые результаты. Ты будешь бежать, ты будешь мчаться, ты будешь лететь навстречу своей цели, и вместе с тобой будут лететь, мчаться, бежать твои ключики, твои активчики, твоя команда. И возвращаясь к вот этому вот слайду, к вот этому вот слайду, где написано «Новый директор Татьяна Кабак», я хочу отметить, что это, безусловно, работа всей команды. Одному человеку не под силу сделать такой результат. Ну, по крайней мере, для меня не под силу сделать такой результат. Но я очень сильно люблю свою команду. Я знаю, что они сегодня здесь вместе со мной пришли разделить со мной вот этот вот мой первый опыт бизнес-завтрака в роли спикера. Они здесь, они поддерживают. И я очень сильно люблю свою команду. Заходя в чат, там всегда поздравления, там всегда готовность помочь, там всегда такая теплая, уютная, домашняя атмосфера, и ты действительно убеждаешься каждый раз в том, что ты обрел вторую семью. И я не просто хочу на банкет директоров, я хочу на банкет директоров вместе со своей командой, чтобы уже как лидер наблюдать их успех на сцене, вручение им чеков премий. Я хочу, чтобы они испытали эти эмоции на себе. Я точно знаю, что в 2022 году каждый из них напишет уже свою историю успеха вместе с компанией Oriflame. А я буду рядом, буду видеть их рост, буду всячески их поддерживать, буду очень сильно этому радоваться. И, дорогая команда, до встречи на банкетах директоров, до встречи на золотых конференциях. Я знаю, что для вас нет абсолютно ничего невозможного. Очень многие из них совмещают с основной работой. У меня есть в команде и фармацевты, и очень много учителей, бухгалтера и так далее. Есть мамы, у которых трое, четверо деток. Но я ухожу спать, они еще в чате, они еще рекрутируют. Я просыпаюсь утром, они уже рекрутируют. Почему? Потому что для них это важно. Почему? Потому что правильно расставлены приоритеты и выделено время для рекрутинга. Вот та самая волшебная кнопка, которую очень многие ищут, она называется рекрутинг. И она начинается с личного рекрутинга. Если вы планируете не просто выстроить структуру, а построить команду лидеров, тогда вы начинаете с себя, вы показываете свой личный пример. И совсем не важно, сколько вам придется перебирать в песке, пока вы найдете своих бриллиантов. Это может быть ваша 101-я регистрация, это может быть ваша 10-я регистрация, это может быть ваша 200-я регистрация. Но эти бриллианты точно есть. Эти бриллианты ждут именно вас, и есть смысл продолжать их искать, если у вас есть вот та самая цель, которая горит внутри вас. Я от всей души благодарю наш менеджмент за поддержку, за помощь, за такое вот отношение, когда ты чувствуешь себя важным, когда ты чувствуешь себя нужным. Я буду готова ответить на ваши вопросы в чате GoFoVIP, но это будет уже ближе к вечеру. Вы в течение дня сможете задавать там свои вопросы после эфира. Я хочу поблагодарить всех-всех, кто сегодня пришел на эфир. Для меня это важно, для меня это очень ценно. Я благодарю за поддержку. Я видела все слова поддержки, видела все ваши смайлы, которые вы отправляли. Одесситы не плачут. Хорошо, Оль, не буду плакать, но это действительно те эмоции, которые идут изнутри, идут из сердца. Я от всей души благодарю всех-всех, кто сегодня пришел на эфир. И отдельная благодарность Владимиру Щербакову. Это наш АСМ по Одесской области. Благодарю за помощь, за поддержку, за координации, за то, что так сильно верите, за то, что так сильно поддерживаете, за то, что вы всегда держите руку на пульсе. Моя команда – это часть команды «Экспресс-карьера» нашего топ-лидера Анны Черной. Я росла на ее вебинарах, я росла на ее перезагрузках. Я действительно поражена тем опытом, той мудростью, которая есть в такой
хрупкой девушки. Я отлично помню свои эмоции на том первом банкете, когда мне предложили, когда Наташа, мой директор, предложила подойти к Ане и сфотографироваться. Это было для меня очень волнительно, прям очень-очень. Но это та память, это фото, которое для меня очень ценно. И благодарю всех лидеров Oriflame. Еще один момент, который я упустила. Я сначала мужу не сказала о том, что я решила здесь развиваться. Но потом, когда я поняла, что мне очень нравится, я люблю рекрутинг, я действительно обожаю рекрутинг, он знакомит меня с такими потрясающими людьми, с которыми я, возможно, в жизни даже бы не познакомилась. Но это огромное преимущество онлайн и компании Oriflame. И тогда, когда у мужа была ревность, что я всегда в ноуте, я всегда в телефоне, я всегда с кем-то переписываюсь, я не стала в позицию обидчика, что вот, я пытаюсь развиваться, я пытаюсь зарабатывать доход. Я просто стала приглашать его на вебинары, чтобы он смотрел вместе со мной. И моей целью был именно семейный бизнес. Я знаю, что впоследствии он обязательно ко мне присоединится. Он знает, кто такие Кодоровы, он знает, кто такие Тукала, он знает, кто такие Кукушовы, Васильевы, Хафизовы, Абдрахмановы, потому что он вместе со мной смотрит эти вебинары, и этот жетончик обязательно провалится. Я всех вас от всей души еще раз благодарю. На этом у меня все. Жду ваши вопросы в чат Go4VIP и надеюсь, что сегодня была для вас полезна. Всем пока! Танюша, спасибо вам огромное, что поделились своим опытом. Я искренне вам желаю достижения поставленных целей и успехов и продвижения. Друзья, как сказала Татьяна, если у вас возникнут вопросы или уже возникли, вы можете их написать сегодня в чате Go4VIP, и Татьяна в течение дня ответит на них. Так, мы подошли с вами уже к лидерским программам. Если стартовать с программой Double Speed, какой основной посыл в этой программе? Мы имеем возможность закрыть звание за 4 каталога. Вам это уже знакомо, потому что похожие условия были в 2021 году. Но такой возможности, как получить до 150% премии, в 2021 году не было. Поэтому это очень крутая возможность. Слайд для сравнения. По стандартному плану успеха директор может заработать $1000 за закрытие нового звания. С Double Speed в 2022 году эта премия будет достигать $1500, потому что есть возможность заработать до 150% премии. И то же самое вы можете видеть по другим званиям. Например, у нас есть два периода. Первый период – это когда мы закрываем звание и получаем свои первые 50% премии. И на протяжении второго периода, который наступает сразу же после закрытия первой части звания, у нас есть еще следующие 8 каталогов для того, чтобы получить еще 100% премии. Также у вас есть возможность квалифицироваться на одну из этих конференций или даже на несколько конференций впервые с помощью нового звания по программе Double Speed, то есть закрытого звания за 4 каталога. Важно на завершение квалификации быть в звании, которое соответствует этой квалификации, и в последнем каталоге завершения квалификации иметь критерий по подтверждению групп на это звание. Также в 2022 году все звания не только достигаются с помощью программы Double Speed, но и подтверждаются. Это означает, если вы, например, квалифицируетесь на золотую конференцию в Дубае уже не впервые, то есть по группам, вам точно так же необходимо на завершение квалификации иметь подтверждение звания золотого директора, то вы можете его подтвердить с помощью программы Double Speed. Правило 4 из 8. Также в последнем каталоге квалификации иметь критерий групп на это звание. Переходим к лидерскому клубу, который стартовал уже в действующем каталоге. Это программа, которая позволяет заработать бонусы каждый из 4 каталогов ее действия с помощью активных действий – рекрутирования, активации и достижений. Эта программа будет действовать с 1 по 4 каталоги. Менеджеры и старшие менеджеры и выше имеют возможность заработать бонусы. Например,
Менеджеры могут заработать 500, 1000 и 1500 гривен. Старшие менеджеры и выше – 3000 гривен. Все фиксируется по результату каждого каталога. На этом слайде вы видите, как выглядят персональные планы и условия для участников данной программы. На самом деле, друзья, все очень просто. Важно не спускаться с уровня, который вы закрыли по результатам прошлого каталога, выполнять личные бонус-баллы и выполнять индивидуальный план по количеству бизнес-партнеров или VIP-клиентов, или же и тех, и других вместе, с минимальным заказом на 10 баллов. Все индивидуальные планы формируются в отчете в вашем личном кабинете. Кроме того, они есть у ваших АСМов. Для старших менеджеров и выше, которые были на этом уровне по результату прошлого каталога, они претендуют на бонус 3000 гривен. Также необходимо иметь уровень не ниже старших менеджеров. 200 личных бонус-баллов. И тут же индивидуальный план по рекрутингу и активности с минимальным заказом 10 баллов. Двигаемся дальше. И у нас с вами действует программа Гран-при, которая действует с 16 по 8 каталог. Она очень тесно связана с периодом квалификации на золотую конференцию. В этой программе берут участие старшие менеджеры и выше. Если вы уже включились, вы большой молодец, продолжайте собирать свои медали. Если вы еще не включились, у вас есть эта возможность, потому что вступить в эту программу можно в любом каталожном периоде квалификации. Кстати, Татьяна Кабак по результатам каталога 18 на первом месте. И победителями данной программы будут три лидера с лучшими медальными результатами в нашей стране, которые получат по два пригласительных и отправятся на родину Арифлейм в Стокгольм. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за сегодняшний бизнес-завтрак. Я думаю, что мы прекрасно с вами провели это время. Желаю вам крепкого здоровья и достижения поставленных целей. Всем удачи!